центре магистратуры Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета прошла итоговая аттестация. 13 апреля аттестовали команду КФУ, которая проходила программу повышения квалификации в корпоративном университете Сбербанка, сотрудничество с которым началось еще в 2011 году. Именно тогда было подписано соглашение о создании корпоративного университета на базе Казанского федерального. Свои подписи под документом поставили Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, и Ильшат Гафуров, ректор Казанского университета. Сбербанк во многом обязан именно Герману Грефу, ведь это именно тот человек, который сделал банк умным. Электронные очереди, мобильный банк, моментальные переводы, банкоматы почти на каждом перекрестке. Это все не только инвестиции, но и грамотное управление. Являясь новатором во многих областях, Герман Греф решил создать университет для сотрудников своей компании. В феврале делегация Казанского университета из 40 человек посетила корпоративный университет Сбербанка для прохождения специальной стажировки по программе проектирования современных программ в магистратуру в области менеджмента, экономики и финансов. Тогда в стажировке приняли участие не только преподаватель, но и первое лицо Казанского университета Ильшат Гафуров. Спустя 2 месяца работы представители корпоративного университета приехали в Казань, чтобы выступить в качестве жюри. Это только начало нашего большого совместного пути. По крайней мере, я бы на это хотел рассчитывать. Денег никогда нет, но в то же время они есть. У тех, кто работает, кто ищет, и как бы ни относились к системе образования, мы в любом случае должны стать бизнес-структурой, которая продает собственные образовательные программы и способствует увеличению личного капитала наших студентов, слушателей различного уровня программ, будь то магистерские программы, программы бакалаврского уровня, либо просто программы дополнительного обучения. Мы с вами неплохо работаем в первичном звене. Прием студентов на получившие аккредитацию корпоративного университета Сбербанка магистерские программы может начаться уже со следующего учебного года. Таким образом, новые направления магистратуры пройдут еще одну проверку – на востребованность. Но на этом создание новых учебных программ не закончится. По предложению Ильшата Гафурова, команда университета продолжит обучение у экспертов уже в части разработки инновационных образовательных программ уровня бакалавриата и аспирантуры. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюз.